Так, как-то ты должен его забрать. Давай, 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 полетел, полетел, ну, да, полетел, да. полетел! Нет, в башню, нет! Давай, 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 давай! И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня мы поиграем, не знаю, такую дуэлечку. Половим голды, а не просто золотые ящики, половим контейнеры. За каждый пойманный свой золотой ящик я буду открывать контейнер. Сегодня у нас их будет 10 штучек. Посмотрим, как это вообще сегодня у нас все это жестко получится. Играть сегодня дуэлечку я буду против жесткого нагибаторского чемпиона, а именно Тёмика. Поздоровайся. Здорово! Ага. Не знаю, насколько жестко это получится, все-таки из меня паркурист, как я не знаю, как из Тёмика или Аветиса балерина, поэтому все это очень-таки хреново будет получаться, но посмотрим, в принципе, что из этого выйдет. Скинем сегодня 10 голдыцов, посмотрим, сколько я поймаю, сколько именно-таки контейнеров я сегодня открою. Ну давай, Тёмик, начинаем, открываем, сразу готовимся первый контейнер, потому что я сейчас сразу жестко заберу этот первый голдецкий. Инфосотка, что у тебя не будет здесь шансов. Бить, конечно, я думаю, что будет глупо, именно будем пытаться сами как-то жестко забирать контейнер. Опа, пролетел, пролетел. Ну ладно, я даже прыгать не буду, потому что, ну, это сами понимаете, это типа изи, изи голд, изи контейнер. Изёвый контейнер, да, Тёмик? У тебя есть еще шанс его взять, можешь забирать. Давай, едь, едь. У тебя есть шансы, братан. Я далеко. Да давай, что ты. Ладно, забираем первый голдецкий, сразу открываем контейнер, посмотрим, что из него выпадет. Давайте, 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 открываем. И зеленая 50 батареек. Ну, блин, ну батарейки мне, конечно, не особо нужны. Давай, скидывай следующий. Как думаешь, сколько сегодня голдюсов ты заберешь, Тёмик? Ноль. Ноль? Да не базарь. Сейчас я больше ни одного не возьму, стопудово. Нифига ты летаешь. Ты куда так летаешь? Где гол? Где гол? Где гол? Где гол? Где мой контейнер? Я не вижу точки. Я не вижу точки. Где он? А-а-а! Сука! Нет! Нет! Давай, давай, давай! Блин! Жесть! Ну ты жук! Жук ты навозный, ё-моё! Зачем ты забираешь мои голды, а? А почему? А, у нас же киллзоны нету. Ну давай, скидывай следующий голдецкий, пока я тут лечу в эту жесткую нагибаторскую киллзону. Что у нас будет в следующем? Где у нас будет голдецкий вообще, в принципе? Где мой контейнер? Где мой контейнер? Контейнер? Я не вижу... Ага, все понятно. Че это на одной и той же точке у нас, кстати, голды падают? Что-то как-то очень глупо. Очень глупо. Давайте попробуем как-то. Нет! 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 Стой, 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 стой! Нет, 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 нет! Блин, что я сделал? Нет! Да ну нафиг! Сука! Нет, серьезно! Серьезно, нет, ну я успею, я успею, я успею, 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 успею. Изи, 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 каточка. Изёвая моя, изи. Открываем второй уже контейнер. Открываем второй контейнер и смотрим, что с него нам с него выпадет. Понятно, 125 мин. Ничего, в принципе, жесткого нам не падает. Сразу делитик я прожимаю. Следующий голдецкий у нас уже на карте. Где у нас голдецкий? Где у нас, где у нас, где у нас? На синей базе. Опа, да, вижу. Да, да, вижу, 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 моя точечка. Моя жесткая, жесткая. Как говорится, вот так вот надо забирать, да? А, нет, 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 стой, 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 вот стой, так, стой, вот так, стой. Нет, вот так. Нет, 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 вот так, вот так. Сука, да, стой. Блин, ни на один голд еще вот так вот как-то жестко не полетел. Все голды, которые я забрал, просто забрал снизу, потому что Тёмик нубло, который не может запрыгнуть никак. И это уже третий контейнер. И зеленая, опять 50 батареек. Боже, зачем вы мне даете эти батарейки? Мне что-то нормальное может, в принципе, выпасть? Или только вот жесткие нагибаторские батарейки и больше ничего, а? Как ты думаешь, мне сегодня что-то нормальное дропнет? Конечно, нет, минки тебе. Так, где почти голд? Я не вижу голда. Я не вижу голда, где голд? Ой, я тоже не вижу. А, вижу точечку! Вижу, 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 вижу! А как-то можно жестко тут залететь? Ай! Нет! Ну блин! Как всегда, я тут перевертался и ничего не сделал. Ну, ничего интересного. Давай, скидывай следующий. Я надеюсь, что я его сейчас заберу. Должен я забирать голдецкий, потому что иначе это просто будет провал. Просто печаль, беда, провал, обида, тоска. Где у нас голд?
Где у нас голд? Я не вижу. Ага, вижу, 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 вижу. Нет, стой, 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 да потому что я очень поздно заметил, блин. Изи каточка, просто изи каточка. Да блин, да ну нафиг тебя, иди ты. Я все, что умею делать, это снизу там с пола забирать эти контейнеры и все. Это вот чисто мой лоу скилл, блин. Давай, следующий голдецкий. Изи каточка, вижу. Где у нас точка? Не вижу пока. На синей точке. Опа, на синяя база. Опять там, да? Или где? Там, там. Ага, вижу, 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 вижу. Вижу, вижу, вижу. Давай, 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 блин, нет, стой, 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 стой. Нет, да ну нафиг, ну жесть, ну что это за приколы? Ну я шатал эту игру, просто. Как это работает? Просто как это работает? Объясните мне, пожалуйста, тупому додику, как работает эта хрень. Самые ёвые голдики, самые... Ну давай, давай, Тёмик, следующий. Где у нас голдецкий? Я надеюсь, что уже будет сейчас где-то снизу точка. Я ее на изи отожму. Опа-на! Вижу точечку, вижу точечку, вижу, бля, вижу, вижу, бля, вижу. Бля, встать, встать, вижу, встать. Вижу, вижу, ну, вижу. Куда? Так, давай вижу точку. Давай как-нибудь так вот по красоте заберем, потому что ну, не стрелять хочу. Стрелять можно, да? Давай, давай, вот так вот, вот так вот. Эй, нет, ну я же говорил, что не стреляем. Ты, додик, ё-моё. Не можешь не сливать, да, ну блоблю? Эх ты, лоу-скильный, все с тобой ясно. Ладно, все, уничтожаемся. Сколько ты уже контейнеров скинул, а? 8. Восемь, это девятый? Девятый да. Контейнер? Ну блин, ну я бы хотел бы еще парочку отжать. Хотя бы парочку бы еще отжать, а то я три штуки отжал, вижу точку. Вижу, 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 вижу. Успею, 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 вот так покрасить. Тебя, блин, мимо! Ну почему я пролетел мимо? Ну я же нормально полетел, но я должен был забрать. Ну должен был забрать. Жесть, как меня вертает. Подожди, не скидывай, не скидывай. О, сейчас мы что же? Я тоже сам. Чтобы я хоть где-то на нормальной точке сейчас я заеду наверх, чтобы это был мой изи контейнер. И вот просто тогда будет... Давай вот, давай подъедем, короче, в одну зону. С одной какой-то зоны и попробуем с одной зоны. Ну, блин. Как тактика. Здорово, Тём! Я полетел. Сука. Понятно. Заехал наверх, называется. Ладно, я заеду наверх. Стой, 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 стой. Нет, 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 нет. Ну все, скидывай, давай. Не, давай, подожди, скидывай. Подожди. Нет, ну не подожди. Оттуда только. Подожди, подожди. Ну так нечестно. Так нечестно. Ладно, все, в минусе отдыхаешь, скидывай, голдецкий. Чтобы я изи этот контейнер забрал. Давай, 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 скидывай. Ну. Дайте встать, подожди. Да ты нубло, что ли, ё-моё, ты все равно не поймаешь его. Это так, же так. Мой. Это же мой. Изи, просто не видишь даже. Опачки, а вот эта точка. Вот эта точка, сука. Что я сделал просто? Зачем я что-то трогал? Давай, давай, давай. Не бери, Тёма, не бери, не бери. А то я тут вертаюсь просто как додик. Боже, просто, ну что я делаю? О, я перевернулся. Да-да-да, я вылечу хотя бы. Давай вот так вот. Попаду, попаду. Не трогай, не трогай. Попал бы, я бы попал бы на изи просто. Просто бы попал бы. Ну давай еще, короче, скинь. Я хочу хоть один поймать еще, чтобы было по красоте. Здесь с 10 контейнеров я забрал только 3. Но это, конечно, печаль, беда. Печаль, беда, обида. Я думал, что я поймаю, ну хотя бы, блин, ну не знаю. Ну штучек так, ну 5 я хоть поймаю бы, хоть половину бы поймал. Поэтому давайте бонусный, бонусный контейнер, который я должен на изи каточке забрать. Где он у нас падает? Не вижу я точки, Тёмик молчит, о, не хочет, вижу, не хочет палиться. Да вот, а, во, вижу, 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 боже, вижу, вижу, вижу. Давай, 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 давай. Нет, 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 нет. Так, давай, ты говорил, что ты там. Давай. Блин, что? Да ну нафиг! Как? Как? Просто как? Этот паркур не работает. Я вообще не понимаю, как он работает. Просто вот. Если вы хотите узнать, насколько лоу-скильный вот я паркурист, это вот просто вот самый лоу-скилл, которого вы видели в паркуре, вот знаете, что он будет 100% лучше меня. Поэтому вот такой вот ролик у нас. Еще один? Ну давай, еще один и заканчиваем. Еще один, ну я хоть поймаю его, наверное, чтобы было по красоте. Маленький мост. Ну, маленький мост. Маленький мост, маленький мост. Сейчас маленький будет паркурист, если возьму, то ты возьмешь. Ой, Богдади! Давай, 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 давай! Нет, 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 стой, 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 стой,
Почему? Почему нет? Остановите! Остановите это! Пацаны, погнали! Стой. Так, короче, этот голд нельзя взять с земли. Просто не берется он с земли. Короче, вот если хочешь его взять, то ты должен взять его как-то с прыжка, с полета, с переворота, с подворота, не знаю, как-то очень четко нагибаторски. Вот именно так как-то ты должен его забрать. Давай, полетел. Нет, в башню, нет! Давай. Лечу. Блин, нет, ну так это не работает. Я хочу его по красоте забрать. Давайте вот с той позиции его возьмем. Сейчас я возьму. Вообще жестко нагибаторски, давай. Я должен его забрать. Вот это будет просто мой самый жесткий, эпичный золотой ящик, который вы вообще, в принципе, когда-либо видели, чтобы я забирал. Просто зырьте. Просто полетели. И давай. Блин, в башню я уперся. Ну, боже ты мой, ну что это вообще за игра? Сейчас покажу. Просто подгрузится, покажет, как на голды. А, ясно. Просто чекай. Ну, просто чекаю. Давай. Полетел. Ясно, я полетел вниз. Удачи в следующем, я говорю тебе, и пока. Просто лови. Просто смотри. Я не вижу. Не смотри. Ладно, забираем давайте этот голдецкий на изи-катке у Тёмика, отжимаем, пока он там тупит. То, что я говорил, что мы его как-то по красоте будем забирать, конечно, я наврал, потому что по красоте я не умею их забирать. Поэтому просто отжимаем и на изи-каточке открываем жесткий нагибаторский контейнер. Ой, чуть с катки не вышел. Давайте, пока мой танк летит, я быстро открываю контейнер и... И это белое свечение. Ну, блин, ну почему белое свечение мне падает с этих жестких нагибаторских контейнеров? Вот такой вот, ребят, у нас сегодня жесткий нагибаторский эпичный ролик получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Обязательно поставьте лайкосик данному ролику, если вы хотите, чтобы мы продолжили записывать данную рубрику на нашем нагибаторском канале. Также, ребят, не забывайте про подписочку на канал. Кто еще, ребят, не подписан, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. Ну, а у меня на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока, друзья. Пока!